Всем болельщикам балтийский предпраздничный привет из столицы Латвии. Сегодня, 10 декабря, в Риге Акбарс завершает выездное турне матчем с местным «Динамо». Перед недельным перерывом в чемпионате неплохо было бы хорошо поработать. Поработать результативно, чтобы выходные прошли на позитиве. Пасмурным и дождливым балтийским утром команда готовилась к игре на арене «Рига». Да, это секрет, который нужно знать всем, кто стремится к профессионализму. Станислав Галиев сегодня снова сыграет с Михаилом Глуховым и Андреем Поповым. Нет изменений в составе зеленой атакующей тройки. Азеведа, Секач, Зарипов вместе будут воевать на арене Рига. А вот дальше есть движение. В оранжевое звено к Лукоянову и Потапову возвращается Артем Михеев. А в желтом сыграют Ткачев, Клинхаммер и Основин. Причем Вячеслав Основин центральным нападающим. А тебе где удобнее играть, с краю или в центре? В центре. Сегодня твой шанс проявить себя во всей красе. Каждый день сейчас проявится. Удачи. Спасибо. Владислав Кара будет в заявке 13-м нападающим, а Александр Свитов, скорее всего, пропустит матч в Риге. В защитных порядках изменений по сравнению с матчем в Братиславе не наблюдается. В запасе Манухов-Лямкин, в заявке Марков, Ярулин, Батыршин, Абросимов, Педан и Постма. Ворота сегодня будет защищать Эмиль Гарипов. Итак, самый поздний поединок игрового дня континентальной хоккейной лиги. Динамо Рига, Акбарс Казань. В 20:30 по татарстанскому времени. Айда, Акбарс! Айда побеждать!